Общероссийский народный фронт представил интеллектуальную систему по борьбе с сомнительными госзакупками. Презентация состоялась в Москве в рамках Всероссийского форума выставки «Госзаказ за честные закупки». Искусственный интеллект анализирует все тендеры и дает сигнал, если обнаружит признаки потенциального злоупотребления в плане излишне высокой цены, расточительности или сговора с поставщиком. Затем подозрительные тендеры более внимательно изучают специалисты. Сейчас критерии отбора задают вручную, но система способна к самообучению и самосовершенствованию. Впрочем, без участия общественных активистов полного контроля добиться невозможно. Общая сумма государственных и муниципальных контрактов превышает 32 триллиона рублей в год. При этом одна только контрольно-счетная палата выявляет нарушения на десятки миллиардов рублей. Но это может быть только вершина айсберга. Теперь, поверьте, все государственные заказчики, прежде чем разместить заказ, они еще 100 раз подумают. Они все понимают. То, что касается общественного контроля, действительно, механизмы работают. И очень правильно, здесь такой момент, что никакой государственный контроль не покроет вообще, все объекты закупки, как это сделает общественный контроль. Заинтересованные жители, граждане, которые видят эту закупку, от которой зависит их жизнь.